Друзья, всем добрый день. Значит, те, у кого есть автомобиль Mitsubishi Lancer 9 2006 года рождения, 7-го, там, а не 8-го, 9-го. В общем, смотрите, какая ситуация. Викторович, да, приехал клиент и сказал, значит, поменять ему масло, фильтра, но мало того, за это время поддон у них... Поддон масляный начинает подгнивать. Вот так. Так, показываем. Вот. И в это сгнившее вытекает маслица. Угу. Ага. Значит, на данном автомобиле пробег 100 тысяч километров. Поэтому, друзья, кто приобретает автомобиль 9-й Lancer с пробегом более 100 тысяч километров, будьте готовы к тому, что там надо поменять поддончик. Вот он, вот такой вот поддончик. Стоит он на сегодняшний день 5000 рублей. Да, так что, друзья, пожалуйста, пользуйтесь. И еще один момент. Если вдруг вы приедете в автосервис и встретите вот этого вот молодого человека, я вам не рекомендую. Что? Рекомендую.